определенная процедура включения данных приписов. Я вам хочу процитировать пункт К3 данного решения. Он регулирует, то есть изменение до порядка дополнения пункта 5 документации, контроль та демонтаж. Что говорит нам пункт К3? Порушнику за результатом виявленого порушення зафіксовано в акті обстеження території, також видається попередження, припис, письмового демонтажу самосільного. Це зворот у письмовій, по-перше, у письмовій формі, який надсилається йому поштою рекомендованим листом з повідомленням, або вручається особисто підрозділу. Что в данный момент произошло? Ну, извините, мы в прошлую среду это все особисто постерегали. Особисто постерегали? Да. Но если был закрыт киоск, никого не было, ни хозяина, ни кого, ничейный. Особисто постерегали? А неизвестно, кому на улице проходил студент в университет, вручили ему припас. Ну, это так же, я утрирую, просто вам. Вот они, твари, в 34-м канале. Вот они, начиная с Ахметова, накончая Кучмой. Это все ворюги. Вот они, суки, что начали пока, делать. Пока вместе с судом не установлено, что человек является вором, нельзя его вообще... Вы знаете начинать? Что? Да, мой да. Дед строил Днепрогэс. Кучма и прочие купили Днепрогэс за 25 рублей. Я ремесленником строил Днепровскую станцию, а Ахметов его купил за 25 рублей. А ты мне правоту качай. А наши патриоты сейчас сидят в тюрьмах ни за что. Из-за вас, негодяев, из-за вас, продажных шкур. Вы продаете Украину, продаете ее по частям. По частям ее продают. Вы защищаете, кого-то вы защищаете. Вы бы защищали патриотов сейчас. Я бы сказал, что ты молодец. А ты кого защищаешь? Сотный киоск ставите! Негодяй этот сотный киоск ставит! Ну, что ты смотришь? И ну, хорошо! Сколько он тебе приплатил? Вот этот змей поганый! Остановись, поверь!